Железнодорожные ремонты в Ирбите продолжаются. Однако вот уже несколько дней автомобилисты задаются вопросом, почему на Пролетарской асфальт с дороги сняли, но новый укладывать не торопятся. Как выяснилось, дело в дополнительных работах. Перед началом ремонтных работ по дорогам мы выявили наиболее аварийные участки по тепловым сетям, провели дополнительно, изыскали средства из местного бюджета и провели аукцион, определили подрядчика. В данный момент это у нас три участка. Один участок на улице Пролетарской, два участка на Первомайской. Идет замена теплотрассы. При этом, по словам специалистов, подрядчик планирует завершить свой объем работ уже к 3 июня, после чего и начнется активная фаза ремонта дорог на Пролетарской и Первомайской. Ну а параллельно работы стартуют и на других улицах города. В ближайшее время начнется ямочный ремонт у нас. Определено, как обычно, 23 улицы, те, которые у нас центральные автобусным движением. Кроме этого, по гарантийному ремонту подрядчик приступает после 10 июня. Это улица Орджоникидзе, Советская, Степана Разина, выполнять работы. Также мы будем выполнять работы по замене асфальтового покрытия на участке по улице Азева от Первомайской до Пролетарской. Также с ремонтами тротуаров и с парковкой у детского сада номер 13. Не обойдут вниманием и проблемный участок на перекрестке Советская-Горького. Первоочередная задача – решить вопрос локально для того, чтобы обеспечить нормативное состояние дорожного полотна. Однако на перспективу в планах и более масштабные работы. Сейчас заключаем договор на проектирование участка, ремонта участка улицы Советской от железнодорожного переезда до Советская-119. Поэтому уже в рамках следующих ремонтов мы определим конкретно уже серьезные мероприятия, которые обеспечат уже водоотведение с этого перекрестка.